Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием Big Drunk Satanic Massacre. Это большая пьяная сатаническая резня. И сложность, так, демон, я ад, демон, ну давай демон, наверное, да? Мы выберем. Как всегда, в воздухе витает дух праздника, ведь сегодня 30-й ежегодный парад в честь дня освобождения ада. Ведь 3 десятилетия назад мы одержали оглушительную победу в аду, устранив этого никчемного кровавого рогатого дьявола. Сегодня мы празднуем день, когда наши бравые военные вошли в чертоги ада, самозабвенно принеся туда демократию и свободу выбора. Этот героический акт часто называют величайшим событием в истории, ведь после него... Зачем готовить? К чему все эти хлопоты? Лучше перекусить адским вкусным хавчиком в Бигмаке. Где еще можно так обожраться почти за нормально? Меня спрашивают, как нам удается сохранять такие низкие цены? Скажем так, мы используем местные ингредиенты. Приходи в Бигмак и закажи бургер, разорви ебало. Экскурсии на автобусах-амфибиях по Огненному озеру – один из наших лучших туров, которые придутся по вкусу как молодоженам, так и просто романтикам. Да, и обратите внимание на жемчужины путешествия, тренинги по сексуальному здоровью. Все это и многое другое может стать вашим. И помните, ад – это место, куда стремится сердце. Кайфуй! Да, кайфуй. Все так. Мясник, а ну хватит тут палить, ты посмотри на себя, опять нажрал, все, хватит тебя на сегодня, давай, парень, пойди прогуляйся, что ли, глядишь, и протрезвеешь. Так, нажимаете, это твоя голова, и не смей мне тут больше стрелять, уловил? А это мясник, ни хрена он здоровый, смотри какой, а это я, типа, ах, да, если вдруг заходишь выпить, пока меня нет, понажимай кнопку Space, пока не окажешься около вон той зеленой бутылки. Молоко на халяву лишним не бывает. Кажется, я обосрался. Быстрее беги к молочному автомату. Так, ну мы играем, короче, за такого чувачка, очень напоминает Хеллбоя. Вот. Да, вот я называю, напился в зюзю. Даже телепортироваться не может, ходит тут как куда поведет. Ну уже, ты либо перепил, либо не допил. Заряжай по полной, давай-ка. Ну, пулей жми тап. Так, стреляй в черти... Ой, ёпт. Слышь, придурок, я тебе сейчас постреляю, с первого раза не дошло или как? Да не первый начали, я, между прочим, от твою богадельню, то есть эту чертодельню спасал. Кого спасал? От каких таких чертей? Ты, я вижу, совсем мозгами поехал? Ну все, мое терпение лопнуло, без денег больше не наливаю, а к твоему долгу добавлю телек и простреленные стены. О, Тино, это как ты это так-то? А, слышь, начальник, может, я завтра занесу, а? Занесет он, как же, у тебя долгов больше, чем у дырок у моей бывшей, хватит с меня. Да чё ты, да чё ты быкуешь, я же постоянный посетитель, каждый день как штык. Вот именно, шиваешь тут с самого нашествия, уже 30 лет прошло, так что все, погуляло, хватит. Ну еще по рюмашке. Лавочка закрыта, нет бабла, нет молока. Ну вот, поговори с мясником. Опять что ли? Так. Это я немножко... Чё тебе? Да ты хоть знаешь, кто я? Я владыка ада, сын самого самого сатаны, она антихрист, предвестник смерти бездны, которая смотрит в тебя, всемогущий Люцифер. Качай вы ёжево, целую, без бабла не наливаю. И куда ж мне... И куда же мне теперь податься? А мне-то какое дело? Хотя бы на твоем месте пошел работу искать. Глядишь, и бабосом бы разжился. Ну да, ну да. Либо вариант второй. Затеять кровавую жестокую революцию, чтобы отвоевать свою империю. Злая у этих мерзких захватчиков и занять свое... А империю злая у этих мерзких захватчиков и занять свое законное место на троне, став настоящим правителем ада. Да хоть иди гусей, ебать, мне до лампочки, главное тут мне глаза не мозоль. Найди работу или освободи ад. Так, хорошо. Ага, это типа там работа. А подожди, у меня бесконечное количество патрончиков или как? А это сочный экземплярчик. Так. Это точно сегодня и баблом разживемся. Ой, немножко поплохел. Кто не опа. Спрятался, я не виноват. А,
баблишко мы собираем с этих упырей. Все, понял, погнали. О, бутылка. А, то есть мне нужно... О, жизнь налаживается. То есть мне нужно... Пентаграмма. Видел по одной, видел по две, но не видел сразу три. Три пентаграммы, значит, не видели, да? Оп-оп-оп-оп. Так, баблишко, баблишко. Ой, мы, смотри, мы уже богаче с тобой. Можем и нахрюкаться пойти куда-нибудь уже, да? А эти что, баб не скидывают, что ли? А, перезарядку, перезарядку есть. Найди сиськи, чтобы открыть дверь. А, вот они и сиськи, что. А, в смысле? А, я туда могу пройти или как? Я немножко зану... Опа, да ладно. Оружие... Опа. Хороший, плохой. Главное, у кого ружье. У-ля-ля. Так, и чё, куда нам теперь? Ну да, си... Ё-моё, я чё-то не ожидал. Сиськи нашли, дверь открылась. Всё, правильно я понял? Да, правильно я понял, погнали. Это кто? Каждого оружия есть альтернативная атака, чтобы чуть всю мой... Так, а как мне, короче, менять пупушанские? Это пупушки можно менять? Чё? Это чё, демонское мясо? Те самые местные ингредиенты? Ну да, Биг Мак из... из... О, автомат с бесплатным бухлом. I'm loving it. Буль-буль-булька. Всё, хорош? Вечер в хату, арестанты. Так, все взрывается, все классно, пока мне нравится. Так, ой-ой-ой. Смотри-ка, ничейная. Пока долгая эта перезарядка небольшая, так в целом нормас, мне нравится пока. Так, где сатанинские ублюдки, ну? Давай, я всех вырежу. Так, а за патронами как следить-то? А, или у дробаша нет патронов? Да, перезарядки у дробаша нету, соответственно... соответственно, все, да? А что там за... Что слева какая-то тёлочка, да? А справа что за мужичок? Это кто? Ой-ой-ой-ой. В одну очень много ловушек, только рывок может спасти от получения урона. Мне хорошо. Пригодится. Склонитесь перед принцем ада. Чё это тут у нас, моё? Так, ну, с пистолетом-то ладно, мы раз... Ой-ой-ой-ой-ой, а, они... Ох, они собаки, они... Они пускают какую-то хрень ядерную. Ой, не ядерную, а в смысле, ну, короче, ты понял, да? Они пускают какое-то говнище. Забрал, забрал, все, погнали. А куда погнали? А, мне вот туда надо попасть, да, все, понял. Так, ну, погнали. С пистолетом, ну, пистолет так мало отнимает пока. Ну, ладно, мы сейчас что-нибудь найдем, я думаю. Кто не спрятался, я не виноват. Это точно. Это мадафака... В смысле, а почему ты собираешь эти? А, у меня уже, типа, много их? У меня есть только это за ружьишко. Так, 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 хорошо, ладно. Адское мясо. Ага, сиську. Сиську. Ой, ёптель. Не ожидал, неожиданно. Это как в песне Ленинграда, когда я вставлю себе сиську. Сиску, сиску, сиску. Сиску, сиску, сиску. Экс, и чё? Эти патроны мне не нужны, правильно я понимаю? Правильно я понимаю. И чё, где? Кому? Так, ну сиску вижу. А где этот забавный толстяк, который орал про свежее мясо? Буль. Так, у меня есть еще одна бутыль, чтобы что? Ага. Кто там? Один, два. Во-во-во, полегче, блин. А, это шаман, ёпт. Да?
Или нет? Молочком подлечились. Скотина, тварь, догнал меня. А он как вылечивает? Полностью хп... Тихо, бабки. Бабки нужны нам. А то нам не нальют в баре. А нам нужно, чтобы нам налили в баре все-таки. Да? Да. Так. Сиск, сиск, сиск. О, сиск, сиск, сиск. Сиск, сиск, сиск. А что, только одна бутылка типа вылетает? Очередь, сукины дети. Все так. Очередь, я сказал. Так, патрики для дробаша, я так понимаю, да? Это или что это? Ну такая, да, пока. Что такое? Ой, ёптель. Комбо-килл? А что это значит? Смотри-ка, ничейная! Так, а почему так все, как бы, ну, немного, да? Немного, как бы, грустно на самом деле, потому что... А, вот этого писюка-то его надо убивать, потому что он, я так понимаю, призывает, или нет, или тут как сделано? Шаман этот призывает. Так, мы прошли, дальше пошли. Мы прошли, дальше пошли. Все правильно, да? Не леди. Что тут у нас? Мое! О, бутыль. А что такое? Почему я не могу взять? А, и у меня, я только могу... А, здорово. Если могу побазарить, типа. А, Анжелика, а! Они забрали мою Анжелику! Теперь я один! Почему ты меня и покинул, Анжелика? Варум, что ли? Даже фотки твои не осталось, чтобы полюбоваться, Анжелика! Слышь, ты чё разорался? Это проделки моих деловых конкурентов Кевина и Харви. Они что думают, что им все позволено, да? Они забрали любовь всей моей жизни, мою Анжелику, а теперь делают все черти что. О, Анжелика. Анжелика, говоришь? Судя по твоим словам, она горячая штучка. Горячая? Да она жарче, чем 10 тысяч гарнилада. Прикольно. Может, я это за ней сгоняю и это, тыры-пыры? Вернешь мы ее в мои объятия? Ну, в конечном итоге, да. Ты мне скажи, где это твоих менеджеров искать. Ой, дай черт! Дай черт тебе здоровья! Проходи вон в ту дверь! Спаси, Анжелик. А, вот она там, заперти, типа. Тихо. А! Дьявольский мясник, да, это я. Здрасте. Ну чё? А, или нет? Или это не она, получается? А дальше идти? Хорошо. А вот и я, сучечки. Это что такое? А. Должен остаться только один. Это говно долго будет взлететь-то? Так, ты только что слышал войну убийство, сделай что-то еще похватывай, хуже будет. Так, здорово. Мой герой, как я могу тебя благодарить? Давай. Это у тебя что, в первый ряд, что ли? Просто двигайся туда-сюда, нажимай в... сначала медленно, потом быстрее. Так, а потом... Подожди, что значит медленнее, быстрее? А. А шлёпни, ну уже сильнее, шлёпни. Не так быстро, подожди, дай мне кончить. Я думал, это детская на самом деле игра, что-то не... А они как-то... Что-то как-то... Так, подожди. Ага, вот всё. Я не успел. Ну шлёпни, ну уже сильнее. Улучшения какие-то сделали. Патроны, жизнь, ярость, молочку. Увеличивает запас молока. Давай молочка возьмем. Все, окей. Так, а что там?
Ну ладно, Харф, Кеф, вы тут? Так, ну мы с ней все, да? А, ну да, получается все. Так. А он ничего не даст? Подожди, взамен. Я же спас его вроде как бы, да? А как бы и что? Или, да? Да, здорово. Отлично! О, еще одно улучшение, хорошо. Не, давай, знаешь, что возьмем? Жизнь? Да, наверное, жизнь возьмем. Так, погнали теперь, куда погнали? Я даже не знаю, куда погнали. А что за... Вот это, я так понимаю, ярость? Да, а как ее? Ну, я так понял, еще пока... А, все, первая глава, свежее мясо. Если НПС не удается поговорить, убедить, что вы убили всех врагов поблизости. Хорошо. Ой-ой-ой, а что за лаги? Не надо лагать, пожалуйста. Ну да, видишь, такой рисованный хеллбой на самом деле. Ну, в принципе, пока можно, играем. Так что, нормас. О, Ник, стой, послушай, что я скажу. Отвали. У меня лучшие прибамбасы в городе. А, у него есть оперки, оружие. Цена 10 тысяч. Это что значит? Таз перезарядится в 33%. Увеличение урона с атаки альтернативе 5. Так, хорошо, перки. То, что доктор прописал, могут иметь эффект оглушения СУ. Куплено 20... А, что так все дорого стоит-то, алло? При подлении мака есть шанс вызвать адскую отрыжку, наносить урон. Не, ладно, давай тогда быстрые руки купим. И вот эту купим. Да, и все, у меня больше денег нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. А у него есть что-то еще вопросик какой-то? Дед, слышал, ты в БДСМ рубишься? Ставка $500. Твоя задача собрать как можно больше денег и прожить как можно дольше. Ну, по рукам давай. Давай посмотрим, что это такое. Воу-воу-воу. Я где? А что это такое? А, понял. Так. Так. А что это такое происходит? Подожди, я что-то не понимаю. Так, там есть оружейка, и его не могу. Давай в эту пойдем тогда. Перехода у меня осталось. Подожди. А, одна хпшка. Так, это какая-то игра, я... Я ее пока не очень понимаю. Это что такое, патроны? Еще раз. Три, еще раз сюда. А, патроны кончились, блин. Фак. Защиту. Мне бутылку нужно. Я его смогу же трахнуть? Нет, не смог. А почему? Видимо, не знаю. Так, ну это было прикольно, мне понравилось. Я пока, я не очень, ну ладно. Так, и, а я ничего не собрал? В смысле, почему? А почему я потерял бакса? Ой, извиняюсь, я забыл, что на ВД. Так, ладно. Использовать. Использовать. А, я только три взял. Так, хорошо, значит у него есть игры. Это прикольно, можно будет потом еще, короче, поиграть. Эй, хорош. Я думал, вы разговариваете, а не, на, не нападаете. Воу-воу-воу. А, ёптель, я его не заметил. Я его не заметил, да. Было, бывает такое, бывает. Так, собирая красную сферу для заполнения... Опа, а тут эти ловухи. Так, ловухи, обходим ловушки. Какая находка! Да, находка то, что надо. Так, ловушки мы обходим. А... Эй! Вот, а чё он не собирает? А, видимо, уже все. Хватит с меня патронов, да, на сегодня? Так, чё, ворота закрылись, значит, мы ждем врагов. Их
Красная сфера, ну, а чё она не хочет? А, F у меня есть. Ой, ёптель-моптель. Огонь. Всё, больше нет ярости. Что-то мне ярость не очень понравилась, если честно, потому что... Хотя, может быть, потом она мне понравится. Ай, ёптель. Тихо, стоять! Да стой ты, собака тварь! Бегает он там от меня, а. Так, мы наполовину немножко хп потратили. Ну, с ним собрал. Забрал-то забрал, да. Все? Да, все. О, это кто такой? А, зараза, тварь. Призывальщик. Все, нет призыва больше. Буль-буль-буль. Так, одну мы выпили. Давай еще одну забираем. Так, погнали. Кроламба. Ой. Ой, ёп. Я же нажимал пробел. Или пробел тоже с... Так, есть у меня... Так, бабки собирай. Мы у деда купим. У деда купим эти. Блин, мало. Я мало убил с этого, да? Мне пригодится. Так, все? Вроде все, да, всех за это самое. Пригодится. Так, патроны, да, собираем, короче, тогда. Добро. И... Добро. Да, хорош. Так, все, патроны все собрал. А где дверь? А, вижу дверь, все, уходим в дверь. Раз, два, три, четыре, пять. Лу идет искать. Так, ща, подожди. Как? Я же... Твою мать! Охренели вообще уже. Чуть не побили бедного Лу. Братец Лу. Так. Сейчас опять будет закрытие. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то мощное. Кто это там такой? Сиськи или нет опять? Да, сиськи. А я могу сиськи? Там же сиськи. Нет, нет, не там. Там же, да, нет. Ладно, сейчас найдем тогда. Кто не спрятался, я не виноват. Найдем ваши сиськи. Я иду искать сиськи. А вот и они. Дратуйте. Дратуйте. Так, я хорош пока что, да? Воу-воу-воу-воу-воу, ярость-то не надо раскидывать просто так. О, пушка одна новая. Это что такое за пушка? Так, сейчас. Погнали. Ай-яй-яй! А им типа пох на эту тему. Да? Эй! Им на ловушке насрать, а мне не насрать. Блин, а почему ты жопой? Я понял. И что здесь? А, здесь вот сюда. Так, у меня есть... Если что, есть этот. Йоп! Эй, горилла, осторожно с ящиком, вдруг там бухло. Нихиха? Нифига себе, блин, здоровый скотина тварь. Сильный, да, нормально. Так что я когда... Что?
сильно. Блин, не уви... я этих не увидел. Я что-то то ли слепой, то ли хер знает, что. Я их не увидел. Так, тут очень много что такое. А, вот тут чуваки какие-то стоят. Там у него вопросик был. Так. Опа, чирик, да. Патроны, бутылку еще одна. Так. Все, ну пойдем, у него вопрос какой-то был. Спросим. Так, спокойно. Вопросец. Здорово, брателло. Так, слушай сюда, бычар, мы тут затеяли блюдо века. Адский стейк, так что или проваливай, или неси нужные ингредиенты, они где-то на этой кухне. Как ты еще ингредиенты? Да, всего ничего, стейки, перечная водка и горчица. Ясно, это все? Да, находишься ингредиенты, и мы организуем адские стейки, которые увеличат твою силу. Ну, а как собрать? Он сам собирает, все понял. Или нет? Да. Так, патроны. Что там? Перья, пепи, водка еще нужна где-то. Да, вот и вот водку. Так, отдать ингредиенты поварам. На. Держи, теперь приготовь ко мне стейк. Ей, сэр. Ой, ёпта мать. Лунная призма, дай мне силу! Тихо! Блин! Мне пригодится! Ёптель-моптель! Слушай, жестко! У меня еще патрон закончится, я буду делать. Да не надо. Да не. Фак. Ярость. Ярость хороша. Так, вроде все, да? Или нет, или еще кто-то есть. Стейк готов, забери у повара. Погнали, где он? А ну живо дали мне ваш кулинарный шедевр. Тут такое дело, что не готовим, получается молоко. Ну, уверен, вам понравится, приходи еще. Так, есть улучшение. Жизнь, ярость или молоко. Так, а что, патроны? Или патроны возьмем? Не, давай ярость. Так. Хорошечно. Молоко, получается, говорит, да? Ладно, уходим дальше. Выходим. Уходим. Следующий, наверное, эти возьмем. Патрики, да, наверное? Так. Что это тут у нас? Патрики, наверное, заберем. Так, бутыль. Во-в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 о. Много. Забрал. Блин, напризывал, скотина тварь, успел напризывать. Да слышите? Чё, всё? Комбокил, комбокил, так. Чё там? Сиську? Сейчас найдем тебе сиську. Сиську. Сиську, сиську, сиську. Сиську, сиську, сиську. Моё! Так, патроны нашли, сиську нашли. Погнали. Дверь там... Опа, не погнали, ёптель. Бегите, глупцы! Так, все, больше ничего нету?
Так, пойдем в эту дверку. Вот так она открылась. Что здесь у нас? Патрики, это хорошо. Автомат зачет, да, пока что. Смотри-ка, ничейная. Ёптель. Да нет, ну не надо так делать, пожалуйста. Мне пригодится. Monster kill. Такс. Да, его немножко так покачивает, потому что он немножко пьяненький, но это все понятно, логично. Тихо, куда вы там вызываете-то, алло? Ой-ой-ой-ой. Ну я же отпрыгнул от тебя. А почему эти бочки-то не взрываются? Все? Блин. Ярость одну дай, пожалуйста. Блин, так а сейчас все уже закончится, правильно? Так, бутылку заберем на всякий случай. Так, ярость мы взяли. И в принципе все закончилось, да. Так, а что у меня, я только одну могу брать. Ой, в смысле, только три могу брать бутылки. Ладно. Так, что здесь у нас еще-то будет? Ничего не будет больше? Все, что ли? Сохранение. Так, какая-то монетка. Чтобы использовать магию, нажмите Q. Ребят, на этом, наверное, серию эту закончу по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимега, это был Hellboy, только не Hellboy, а BDSM, да. Всем счастливо, всем пока.